В этом году молодежному хору «Весон» из Беларуси исполнилось 5 лет. Это событие коллектив отметил праздничным концертом в Минском дворце культуры профсоюзов. Какой коллектив? Я, честно говоря, вот сколько мне приходится слушать эти коллективы по телевидению, по радио, такой чистоты, такого строя и такой самоотдачи, просто впервые я ожил, знаете. Молодежный хор «Весон» при Международном общественном объединении «Христианский образовательный центр имени святителя Мефодия и Кирилла» собрала лауреат международных конкурсов. Выпускница Минского духовного училища и Белорусской академии музыки Алена Высоцкая. Как она собрала за 5 лет такой коллектив? Ведь у нас есть коллективы, которые много лет работают, и ничего подобного. Отличительная особенность концертов хора «Весон» – это чередование хоровых номеров с сольными. Старорусское слово «весон» означает «драгоценная тонкая пряжа». Название хора это ассоциируется не только с переплетением звуков и голосов его участников, но и с их интересами. В составе хора, как профессиональные музыканты, лауреаты международных конкурсов, так и талантливые любители, специалисты разных профессий. Помимо музыки, ребята объединяют духовные устремления. Многие хористы несут послушание на клиросах минских православных храмов. Здесь такие собраны люди добрые, которые просто наполняют наши сердца. И когда мы выходим на сцену, это потрясающее чувство единения. В концерте также приняли участие детский хор «Клавиша» и детская хореографическая студия «Карамельки». За 5 лет концертной жизни хор «Весон» выступал не только в городах Беларуси, но и в России, Польше и Франции. Мы вместе с хором «Весон» неоднократно встречались на Жировицкой земле, поэтому они для меня очень близкие, родные люди, потому что они просто любят Бога. И это самое важное. Они Его любят и всей своей душой пытаются Его славить. Информационный православный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».